Здравствуйте, меня зовут Пижемская Наталья. Я живу в Находке и работаю акушером-гинекологом. В 2018 году я голосовала за Павла Николаевича Грудинина. Месяц назад я узнала, что суд вынес постановление, напрямую связанное с общественно-политической деятельностью Павла Николаевича. Я поучаствовала в акции «Народный миллиард» и послала Павлу Николаевичу 1000 рублей. А сейчас я узнаю, что рейдеры требуют от суда, чтобы тот признал, в том числе и мои деньги, не благотворительной помощью, а подарком совхозу. Я подарков совхозу не делала. Я послала эти деньги лично Павлу Николаевичу, потому что уважаю его гражданскую позицию, и мне надоел этот беспредел в нашей стране.